Борьба молодых умов. В Йошкар-Оле завершилась международная интернет-олимпиада по математике. В итоге абсолютным победителем стал студент Новосибирского государственного технического университета. Всего было разыграно около 40 медалей. Победители примут участие в суперфинале, который пройдет в сентябре в Израиле. Специальную номинацию получила и студентка первого курса нашего политеха. Напомню, в олимпиаде приняли участие более 80 студентов из 40 вузов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. В следующем году Йошкар-Ола вновь станет местом проведения заключительного тура международной студенческой интернет-олимпиады.